Но в Чувашском драматическом театре в этот четверг на суд зрителя представит мюзикл «Во мне душа Пихамбара» по пьесе Владислава Николаева. Постановка – победитель грантового конкурса главы Чувашской республики. В центре событий – борьба двух кланов – охотников и зверей. Наблюдать за тем, как закручивается и развивается сюжет, зритель сможет в течение 3 часов. Задумывали спектакль в 2014 году, но воплотить его в жизнь удалось только сейчас. Ставили мюзикл в течение 5 месяцев. Это, я думаю, что первый такой профессиональный мюзикл, который поставлен, будет поставлен профессиональными артистами, профессиональными творческими людьми, композитором, художником на чувашской сцене. Самое главное, самое интересное, на мой взгляд, это, конечно же, восхитительная, превосходная музыка, которую написал наш известный композитор Юрий Павлович Григорьев. Это авторская идея, авторская вещь. Это вообще, конечно, захватывает. Мюзикл – искрометное сочетание танца, музыки и художественного оформления. 2 850 000 направили на то, чтобы создать эту особенную атмосферу. Прочувствовать ее и очутиться на Бродвее можно будет 20 октября в 18:30.